Снова привет. Сегодня решил посетить такого дилера, как Yamaha. Посмотрим как старые, так и новые мотоциклы. Посмотрим все, что здесь есть. Начну с мотоцикла, которые участвуют в соревнованиях. Они не продаются, они просто стоят здесь как для выставки, скажем. Хотя бы вот этот прикольный такой мотоцикл XJR 1300. Такие пожженные коллекторы. Резина так подкатанная, прикольно. Спортивный глушитель, спортивный воздухан. Резина, представьте, это как нужно катать, чтобы она такая была. Это ж вообще жесть. Также хочу показать пару спортивных мотоциклов. Здесь, допустим, стоят три 125-ки, у которых 15 ПС-ов, 12,5 ньютон-метров крутящий момент. Потом следующие идут R3, Upsilon CTF R3, 320 кубиков, которых 29,6 ньютон-метров крутящий момент, 42 лошадки, такие вот тоже. По 300-кам цена 300-ки 5,895, 125-ка цена 4,995, грубо 5000. Также обязательно нужно затронуть тему 600-ки спортивного мотоцикла. Это, конечно, прикольный довольно такой аппарат. Черного цвета, очень красивый, симпатичный. Цена которого 13,995, то есть 14 тысяч. Вот второй такой же здесь стоит. Шестиступенька, 61,7 ньютон-метра крутящий, 118,5 лошадей. Приборка. Также пройду по бэушным мотоциклам. Их здесь немного. Всего лишь насчитал 9 штук. Бэушных также еще попадает сюда одна Yamaha Upsilon ZF 1000R. Цена которого составляет 2500 евро. Пробег у этого мотоцикла 68 тысяч 96 года. Довольно ухоженный мотоцикл. Также мотоцикл Honda NC 750-ка XA 17 года, пробег которого 5300, цена 5690. Тоже в отличном состоянии. Также есть Suzuki 500 GS 500F, цена которого 2500. 45 лошадей, 7800 пробег, 2006 года. Есть также такой Ducati Scrambler 2015 года, всего 1300 пробег. Стоит он 600-990. 73 лошадки. Потом есть такой VO Max, у которого 200 лошадиных сил 13 года. Стоимость его 15, почти 16 тысяч. Красавец. Также имеется вот такой Suzuki 1600 кубиков. 73 лошадки, 32 тысячи пробега 8 года, стоит 6 тысяч. Ну и такой мотоцикл, наверное, больше подходит для меня. Больше натирать, чем ездить. Ценника нету, к сожалению. Также есть такая Yamaha. Старенький вариант, карбюраторный, 1200 кубиков XJR. Тоже без ценника. Ну, по бэушным, к сожалению, это все. Пробежимся немножко по новым, по ценам, по мотоциклам. Вот такие есть Yamaha XSR 700-ки, цена которого новый 7695, 68 крутящий, 73 лошадки. Yamaha Tracer 900 GT,
цена 12 400, 115 лошадей, 87,5 крутящий момент, 3 цилиндра. В данный момент, как я вижу, три разных расцветки: синий, черный и красный. Есть с кофрами, есть без. Тоже очень довольно интересный такой вариант. Ну и, конечно же, трехколесный Yamaha Niken GT, цена которого составляет 15 995, 87,5 крутящий, тоже в нем 115 лошадей, также 3 цилиндра. В общем, мотор у него такой же, как на трейсере, просто для него уже подходит в Германии, по крайней мере, легкового автомобиля права. МТ-10СП. Новый мотоцикл. Литровый. 111 ньютон-метров крутящий. 160 лошадей. Ну и 4 цилиндра, естественно. Вот, кстати, ценник. Yamaha Tenere 700-ка. Ценника почему-то, к сожалению, нет. Это получается что-то типа аналога на мотоцикл Africa Twin Honda, что ли. Вот такой маленький мопед. И еще меньше мопед. Даже есть вот такая 50-ка со спортивным фильтром, спортивный глушитель. Тоже, скорее всего, на треках можно участвовать. Своего рода класс. Все лишнее убрали. Вот конкретно спортивные мотоциклы, которые участвуют в гонках. Я, конечно, подофигел, какая у него резина. Это как нужно на нем валивать, чтобы так она плавилась. Вот с такой резины превращается вот в такую. Или вот с такой резины превращается вот такая. Обогрев для резины, все прибамбасы здесь, все на месте. Вот так вот. Вот карбоновый красавец. Акропович глушитель, весь в карбоне. Вот на таком можно вваливать однозначно, что на нем и делают. Также есть такой X-Max 300-ка. Для любителей односкоростных мотоциклов, у которого 28 лошадей, один цилиндр, четырехтактный, привод на ремне, одна скорость, цена которого составляет 5 795. Вот есть такой же X-Max, 400 кубиков, стоит 6 795, 33 лошади, 36 крутящий момент. МТ-03, цена 5 300, 320 кубиков, 42 лошадиных силы. Два варианта: синий и серый. Также МТ-125, цена 400 795, 15 лошадей, один цилиндр, шестиступенчатый. Кстати, по 125-кам в Германии такой закон выходит, который будет позволять с водительским удостоверением ездить до 125 кубиков мотоциклов. Там что-то
разговор о том, что нужно 5 часов отсидеть, часы, 5 часов отъездить, и, пожалуйста, дается дополнительная какая-то там бумажка, что ли. Ну, в общем, толком ничего не знаю, утверждать не буду. Вот есть такой МТ-07 700, цена которого 6 795, 75 PS, тоже несколько цветовых категорий. МТ-09 115 лошадок, цена которого составляет 8 900, грубо говоря, 9 000. Три цилиндра, крутящий момент 87,5. Тоже несколько цветовых категорий: белый, серый, синий, черный. И такая же красавица Yamaha R1. Прекрасный мотоцикл. Вот встречает нас очень такой красивый магазин, в котором очень много мотоциклов и разнообразной техники. Переводить не буду, потому как сам не могу ничего прочитать. Кому интересно, на немецком можно прочитать, перевести. Ждем покупателей. В общем, как-то вот так. Прошелся, посмотрел новые мотоциклы, потому как ценовая категория скорее не подходит для моего бюджета, который я могу вложить в мотоцикл. На этом, я думаю, все. Всем удачи, всем пока.